Действительно, червяк похуярил. Ну, И сейчас я просто... видео включу. Посмотри, там все было. Давайте, кушайте рыбу. Сели в рыбу, не видно нихуя ее. Он в коте потом пошел бить босса. Там сразу кинулась на мелизону. Та самая блевотина зеленая. Он разморозил сразу всех одновременно. Включи на пол. Двое этих кубов готовы? Не, я видео смотрю. Я запускаю. Посмотри еще, скажу, когда будут бой. Ну да, там этот дебаф есть, замедление. На хп в бою крикнул. Два побафнуть. А, не, или что-то нет, Свирепое бадание, 42к въебало. Это что за хуйня, блядь? Это стан, типа, его такой? Ну да, наверное. Пиздец, нахуярит. Ну так оно, ну, а что ты должно? Свирепое бадание — это стан его, который не врезается. Ну ты понял. Пипец, блядь. Так, БР у нас все 3 в КД, так что ребят, внимательно смотрите. Сейчас еще не прихать. Бедный боб, дайте. Это быстро очень сейчас убил. Пять, четыре, три, два, один. Забирай. Зубы есть? Лежал. Уходи. Размораживаешь для зоны быстрее. Гимна хп дай. Это самое. Следующий я размораживаю. Кару, тебя разморожу сейчас. Меня разморозьте. Разморожу. Нет, только прохитцы, главное. Размораживаю. Где ты, тренер, бегаешь? Вижу. Тють-тють.
А, блять, забрал. Так, главное не трогать те, которые стоят вместе. Все, обратно у меня, супер. Давай, стиги. Великий лужа аккуратно, вроде. Врачивай это. Ой, да, сейчас. Кастер, мили. Да, Т4, дай. Два милика летела. Так, по БРам. Идеально по хрипатому. Котик по дуату быстро. БР взять. Я заберу с тебя потом. Угу. Прохил танка. Давай, может, я заберу, а ты босса встретишь. Беры, знаете, беры. Я заберу. А ты давай это самое. На пул на меня, да? Ладно, набей агро, я потом тебя стану еще. Почему хрипат еще до сих пор лежит? Хрипатом дать каску и кулак быстрее. Лужа. Все, я это самое сейчас забираю босса. Давай, я зеленку, стой, не забирай. Я шиве дам. Отдал шиве. Лужа не стоит. Лужа, ребята, не стоит, все, забирай, готовься забирать этого. Прикинь, было бы. Давайте, забирайте быстрее. Сука. 25%. От лужи немножко отчет, иду чуть-чуть. Похилите Бёрну. Ну захил, блять, нахуй, ёбаный в рот, блять! Я могу встать. Да, блядь, толку нахуй. Ну да, уже не убить, блядь. Палясь. Что это сейчас было? Босс у меня убил нахуй, что, блядь? Да надо было мне держать, а тебе этого пидора встречать. У меня, блядь, панцирь есть. Ну, нам так. Блядь, это самый нахуй. Оптик, я тебе сейчас линкану, блядь, в Дискорд нахуй. Отчет, блядь, по твоему захилу, блядь. Где, сука, твои ебучие холилайты? Скажи, пожалуйста. Вот я тебе скинул нахуй, отчет посмотри. Я вижу твой хулилайн. 4-6 секунд, ты меня вообще не хилил нихуя. Почему, блядь? Почему ты не поднимаешь танка по хп, блин? Я в шоке, блядь. От меня только прилетело может... правосудие света, и все, блядь. Больше ничего не было от тебя. Ни одной хилки, нахуй. Дживс есть? Этот, а такой вопрос, а может быть нам свести там этого рёва и червя этого? Можем. Можем. Кливы все дела как раз у сейчас пару не в этом лямов. Проблема, мы уже на той фазе убедились. В смысле не в этом. ДПС как бы хватает, но эти, блядь, внезапные вайпы. 25% хп у танка. Остается на юг. Ну как, в прошлое, на прошлом поле мы умерли. Ну под кливом ты ему снимешь на тех же самых 5%. Ну как бы решает роль, но сейчас конкретный вайп не за этого был. Дом, поставь, пожалуйста, рыбку. Я понимаю, что ты не можешь лица танков держать. Тебе претензий нету. Претензий конкретно к Холипалу, который должен держать танков. У нас нету классов, у нас нету шаманов, которые могут уже хилить танка. Так что Холипал на тебя вся ответственность. Хорошо, ты здесь? Хотя бы частицу просто навешай на меня, даюсь. Че на пол? А че ты на него кричишь-то, когда я смотрю, тебя убили за 1,8 секунды? За 1,5, может, в эту секунду можно было бы кинуть хилочку. Да? Ну ты настолько считаешь, что Холипал должен тебя хилить. Добро пожаловать, герой! Когда я говорил, блядь, начинается хилить, я даже озвучил это хитсе. Потому что я уже вижу, когда каст идет, я озвучиваю каст и начинается прохилить. У меня это не было прожимок, поэтому я озвучил это. Короче, если что, в следующий раз давай я потом еще. Авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Свои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Бомба Милики, аккуратно. Бомба Милизона, бомба Милизона.
Что ты делаешь в милизоне, ты мимо, скажи, пожалуйста. Если не в милизоне сдох. Че, сразу сляжем? Ну что, два БР КД. Давайте. Мы уже сами все сдохли. Ой, блин. Блять, почему я не в луже, блять, сдох? Ну там. Потому что это Сирус. Стаки. Там стаки вешаются, или типа идут. И кто, блядь, вечно к нам эту лужу, блядь, тащит? Ну, лужа кидается в людей, правильно? Если отойти от центра всем, то лужа кинется по краям. Центр будет чистый. Логично? Ну, а на кого кинулся? Ну, на того, кто стоял на пути босса. Это могу быть я, либо кто-то, кто рядом со мной стоял. Ну, поставь, пожалуйста, еще одну рыбку. А как пары? Вы влетаете в босса или стоите на месте и бьете? Ну, я бегу за ним просто и бью, и все. Никто не влетает в него. Дедбич написал все. Добро пожаловать, герой! Я запустил ассистирину забафиться. Я знаю, с десятки выучил, что нельзя в него рывок делать. Тогда он чардж, тогда он кидает лужу сразу тебе. Пойдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. И потом Стомбольд. Все это что? Да. Забираем вот рекорд, пожалуйста. Иди сразу и тикайте, или не больше. Забрал.
Нет, не забрал стоек, подожди. Разморозил. Блять, двойной плевок в одну точку. За, блять, да нахуй этот инс ебаный. Ебал я в рот нахуй, ты чмо ебучий, блять. Просто, блять, в одну точку нахуй, два плевка нахуй. Падайся нахуй. Сколько у тебя когда этого самого незыблемости? Две минуты? Хорошо. Знаешь по команде? Блять, сука. Тихо, два надо. Я скажу, когда тебе задать. Блять, моего Т4 не хватает. Пиздец. Наверх, питомец. Я резу, спасибо. Я запускаю, бафайтесь. Ой, тут уже. Ну, резните быстрее, думаю. Не запускай. Блять. Дайте фуорибов. Руку кошку маски перепейте. Вон, другу поел? Угу, и я ловко скушаю. Десять секунд. Малики аккуратно. Зеленку ДК дайте. Ну да, ну ты видишь, ты просаживаешься по хп, да ты, сука, свою зеленку ебучую. Наверное, ты тоже так же.
кислотной утробой и жуткой чешуей. 5, 4, 3, 2, 1. Ходи, ходи. Знорой зеркало. Я вас это снял. Я сниму потом, смотри вас. Можете подойти поближе к правому. Дай, все, ничего не давай. Я уже знал. Сейчас затолчу. Дайте на полном, я то, блядь, в ужас стоит недолго. Мелизону лезет аккуратно. Мелик, дай мастера на огонь, быстро. Быстро мастера на огонь. Блокируется мелизон быстрее. Мелики, идите в красную бить. Так, Альфа, Берг, хипатом. Вал, забери. Диана по мне, Берг. Альфа по хрипатому, Диана по мне. Диана, лежу слева. Буду. Не, по оптику дайте. Уже аккуратненько. Отведи еще подальше отведи. И зеленку сейчас прожмешь. Возьми зеленку. Прожмись. Отлично. Касочку по Бьорну, приставав на хп. Есть лапа, есть, уже есть. Саш, поставишь Рёва ближе к жопу? Поставь, сейчас поставлю. Червяку. Все, закопался, смотрим, где квадратик. Пока раздут или... Как он, сука, на обществе загорелся? Я не понимаю, просто, блядь. Это самое, подними... На, Ложа, подними обществе быстрее. А у нас уже это... Это пиздец просто, я не понимаю, как он, блядь, переключился. Нормально руна бил там у меня, блядь. Ой. Пизду, нахуй, ебалый в рот, нахуй. Банный, блядь, конченый. Пойду, нахуй, дохну. Я себе ГП начищу. Че, урод? Проверили. Че, давай... Да, давай. Давай в 2ДК попробуем. Забери кого-то. Давай попробуем. Бьёрн, 2к гп. Давайте не расслабляйтесь, блять, еще 2 часа тратить. Да нет, 2 часа мы не будем тратить. Давай в 2ДК, сейчас я зайду. А с заменой кто тут есть у нас? Присоедините, пожалуйста. Расмус есть. Секси, Расмус. Лев. Чика. Блин, кастера по какого-нибудь. Мелик возьмем. Ну, Мелик возьмем, конечно. Вариантов-то немного. Давай это, я могу на маг зайти, а и ретрику уступить место. Нет, ну 8-9 тысяч дам. Ну это не цифры. Да вы все дают 8-9 тысяч, блядь. На трай, когда мы умерли? На вертише лидера пока. Ага. Ну, надо дать мне шмота, я лучше тебя дамажу, по-моему. Хорошо. Кавараги это лог, да, по-моему? Да. Лог, мы не будем здесь до 12 сидеть, согласен. 228, ну блин, 228, во сколько ты 4 у тебя, Ковараги?
Это пока восьмую пати кину, посмотрим, что с тобой подумаем. И сколько там, 4-4? Хер его знает, тут 228, я не знаю сколько. 2-4. Да, секси-тролль — это милик. Вот в этом вся проблема. Давайте, давайте, парни, сейчас убьете уже. Дон, что ты там заходишь? Ага. За Беларусь. Назначил лидером. Смотри, у нас там Ковараги 24. И кто у нас есть? Паладин и ДКшка. Щипчик вам мой. Не, Ковараги-то хорошо был одет, по-моему, в том-то и дело. А, это в ПВП одет. Давай вынес. Куракаша, Ковараги. Ники. Какой джамбо? Орд! Куракама. Это аниме. Кто что танчит? Аминэ? Так, я буду зеленую, ты будешь красную. То же самое, что с наглой рожей делаем. Первый я даю незыблемость, ну, на первом боссе. Пять стаков стаку сразу даю, потом ты то же самое делаешь после меня. Я тебе скажу за анонс. Ну ж ты красный. То же самое. Ну, значит, подлив... Да мне опять фризис будет уходить, вся эта хуйта. Смотри, я ее беру на себя, вот здесь вот я ее забираю, мором забираю зеленую, ты ее таунтишь, а не ее наглая рожа таунтит, а ты стоишь вот здесь вот, где я сейчас стою. Наглая рожа, видишь баф, забирай босса на себя, все. Что в смысле забирай? Типа не со старта? Не, ну ты забирай на себя и бери бафчик, а с тебя Войд заберет, как увидит на тебе бафчик. Наглая рожа, забери себе этого босса. Отпизди его там, а потом нам лут принеси просто еще. Оп. Да можно даже без лута, дальше пройдем с вами. Прям самый такой, мне кажется, неприятный босс вообще. Это самый неприятный босс в этом инсте, да. Рейнбризер, ты тут? Так, Дед Пич, наверное, ты в первой пати. Не, Оки больше дамажит. Ковараги меняю на Тенка. Про хрипаты, Рокшрайт, наглая рожа. Кстати, а чё это я не в супер пачке с этим? А, кстати, согласен, давай-то... Хрипатого Рейнбризера поменяем. Да я тебя вообще передамажу в нулину. Слабак. Конечно. Рейнбризер, ты где? А вот кто не смотрел, сколько ДПС дают люди, которые убивают первого босса? Да, они, блядь, не ДПС, а его убивают. Такой же хуйней страдают, что там, и мы здесь. Там локи дают меньше, чем наши. Ну, у вас же был вот один хороший очень трай, и его персу уперлись. Нет, там один. Потому раз... что босс врезался. Да. Убили его тогда. А там берса, я так понимаю, у каждого босса своя, ну, у каждого этого, который влезает. Да. А флеш тут? Ну, то есть не общий у всех. Да, да, здесь. Ну, здесь общий. Давай, греет. Чем быстрее вы стрелете Рёва, чем быстрее всех остальных стрелять. У Рёва своя берса. А почему вдруг своя? С каких пор? У всех своя. Потому что у всех своя, всегда своя. У них всех свои таймеры. Таймеры не показаны, я не вижу ни таймера. Если ты убьёшь... Таймер идёт от первого босса. Это всё один босс. Нет. Полностью, всё один босс. Нет. Как нет? Ну всегда так было. Ты можешь, секси, ты можешь хорошо, убить за одну минуту первого босса. Ты можешь первого босса за одну минуту убить, и у тебя Рёв всё равно будет. Секси. Чё вы вообще насчёт этого спорите, блядь? Да непонятно. Хую. Нам убить надо его. А... Здесь берса простая. Все три босса одновременно выйдут, и все, пипец.
Предлагаю победить этого босса и никогда не быть онлайн больше. Только надо было штаны терпеть до конца. Шкафчик. Шкафчик нужен. А, и шкафчики есть, вижу, сори. Флэш, бафай всем. Ён сгорел, короче. Флэш, плюс ты бафай. Да просто он давно не танчил. Да, это он обижает, что 4 кусков нету, он ничего не может слабый. Да вообще, мне кажется, он просто его прошибало сильно, на самом деле, почему-то. Да, потому что это вар. Да, блядь, магия, да. Вар не танки. Вот, да. Да, тут кроме ДК никто не танки. Ну, паладин еще. Чуть-чуть. Не, я помню, короче, Мисак. Вобро, помнишь, Мисак на кораблях, блядь, не перепрыгивал даже. Ну, похуй не дошел. Ну, по флешу рибов дайте в... рыбку. Ну давай еще одну поставлю. Где-то ж была. Держи. А, да, ты в центре нет. Стоит. Возле черепка. Давайте собрали, сейчас убьем. На радость Бьорну. Скриншот потом кинем. Он улыбнулся и проследился. А, тогда в наглой роже я даю берцу. Ты его в бро отдаешь. Я на него Макс уже написал, давай ты его вобро. А, ну хорошо, давай я вобро. Молоки их выпей. Ну смотри, если 2 ДК есть, вы можете 2 варов берсовать, а потом они сами прожмутся под слизи. Нет, мы сразу отдаем. Чтобы когда выходит змей, у нас готовится. Че, господа, да че, будем начинать? Да, будем начинать. Наши. Все готовы? Давайте занимаемся, пацаны, это будет красивая победа. Удвойте усилия. Кто первый танчит, Вот или ты? Я. Слава богу. Флэш, когда этот боб по донту? Я по войду был. Услышал, да? Чудовища не чета героям Альянса Тирион. Видел и более достойных соперников в огромном круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. 10 секунд. Был призван Кормак, пронзающий Бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Вопрос, скажешь, когда? Я сразу как черви выйдут. Окей. Че, побольше подержишь? Да, побольше. Давай на 5 забираешь. Я думал, так как на 7. А, ну хорошо, давай на 7. Забирай. Частицу перекинул, что не вижу. Миризону. Миризону, Кавараги. Ты до конца достаешь? Угу. Свищи здесь вначале по васа. По слобальдам. Только не умерли первыми. Черепочек добейте. Через него кливайте. Так, ты зеленый. Ты красную, я зеленую.
Красную забирает сначала, наглая рожа. 5, 4, 3, 2, 1. Все, Войт, забирай. Донт, не вижу, кинул? Кинул. Отдал свой эсбаунд. Отдай свой эсбаунд. Так, я свою, ты свою, да? Да. Уже 3 секунды отвожу. Давай, уже отошли. Милики, блять, всех убило миликов. А как убило, не помню, горящие брызги? Да, плюнуло, у нас 6 человек вместе стояло, все 6 человек вместе умерло. Вы заранее, вот смотрите, вот это заранее, типа, ждите этот плевок, готовьтесь разбегаться. Ни разу никто из бабла не прожимает. Ну я прожил бабла. Зелёнки, у нас 4 ДК умерло. Она меня хрпнула, сразу бабу нажал. Все должны делать. Ну не у всех же бабла. А, 3 хила заморозило, серьезно? Да я это вообще не видел. Так что, мы можем соло оптиксом прохиливать? Блядь. Мы так было ебем. Да ёпсу, дай мне. Ну не один, у нас лакримы вообще-то. Лужа! Прям вообще чёточка, прям ДПС прям такой хороший шел. У всех. Сейчас хороший арга, на самом деле мог быть хороший трой. Аккуратно, там уже растет. Оптикс, арго пишешь, заходите, я лужу вижу, если что, вам расскажу. А. Все, можно заходить. Да. А по центру, по центру лужа, не заходите в центр. Справа отошли, рыбу поставил. Ковараги, не подходи, отойди назад, ковараги, назад отойди. А кто там, неутомимый, назад отойди. Все. Ну сейчас... Все, наверх, заходи. Да я не могу, неутомимая лужа, скаунит, умирает. Такое дело. Вот так змеюка сейчас бы водили получше водить, потому что ну проще бить ее. Не знаю. Сейчас тоже убегать прям на самом деле. Да. Поэтому вот так водить. На Личе есть 2 танка, по 1 и ДК. А я мишки люблю. И 2 оф танка, мишка и вар. Мишка и второй мишка, блин. Мишка, да. Ключевое слово оф танк в офлайне сидит, да? Типа 8 друг. Вар оф танк. Не, знаешь, как, мишка это как? Это ты котом играешь, тебе говорят, ты идешь мишка, окей. Сзади Дживс, потянитесь, успокойтесь, давайте проходить Warcraft. Да что-то без успеха, блядь. Ну вот это, конечно, черви. Это прям что-то капец какой-то. Я запустил. Каску пошаманил, да? Дон, подскажи, а когда до проноса у второй десятки? Когда? Среда, вечер. Кстати, у сегодня нет первого статика случайно? Среда? Да, среда, вечер. Слушайте, ну если у вас будет особое желание остаться, типа еще, ну типа уже да, поздно. Нет, давайте свежий день поправим. Вот мне тоже так кажется, давайте вот свежий день. Чтоб мы 50 на 50 попал со стороны нормально. 10 секунд у нас. Пять, четыре, три, два, один.
кидай лайпом. Жарим. Давайте потом Дрейнер на перефаске его повернешь, сразу ребаф дадите по нему. Седьмой на кино. Дайте боб. По черепу больше клево. Черепок добили. Босса потом. Враги, поднимайтесь, сразу кастуйте. Точно ребаф отдайте за него сразу. Ребаф? Вот, на горожу забирай. 2, 1. Закину. Свою прожимку отдал. Эсбаунд. Да блять, не убегайте. Поднимите ногой рожу. Оптикса поднять надо. Войт эсбаунд. Идеально подними оптикса. Вся мили зона. Вся РДТ зона. Все заморожены. Войт, пробегись. Лакрима идеально. Мы замерзли. Нет, ну, падаем. Это бред, сука. Там 2 секунды было. Под конец 2 раз бледет собака такая. Да, да. С 2 эсбаунтами и листочком легко переживаем плевок. Значит, на первый красный плевок нужно сокро отдавать. Ну ты сейчас видел первый плевок, блин, наглая рожа разморозил, и тут сразу второй туда же полетел. Да, да, я видел. Умерли нахуй. Ну это пиздец какой-то, блядь. Я никогда такую хуйню, блядь, не видел. Она плюет в 2 раза быстрее. Прям подряд плюет в 2 плевка. Да, плюет на 2 лишних плевка больше. Делает она. Прыгал просто, блядь, давайте еще раз попробуем. Я же говорю, я считал, бывали трайды 5 плевков он делал. Там 3 плевка было. Я говорю, да ты до 5 плевков не доходил вообще, пипец какой-то. Прям вот первый, второй, потом в миле, потом первый, второй, еще. Ты же прям без привыка вообще не плевался. Ну как и всегда, Сирус так любит делать. Да, к сожалению. Хуя. Кубоп, ты тут еще? О, я тут уже у нас есть. Отлично. Хорошо. Тут типа люди, наверное, убили чисто по удаче. Повезло убили, не повезло, блядь. Не, на 50 как они сделали. Они не один раз убивали, а несколько раз убивали, поэтому нихуя с неудачи. Ну у них опять же, понимаешь, они же просто люди изначально все одеты, у нас, блядь, тому куска не хватает. Ну тут сейчас не в одежде делать. Нет, ну понятно, но просто. Скелет, там все скиллованные люди в первом статике. Там даже дело. Блядь, а там дело даже в том, что они банально на первом КД вот повайпались.
То есть они освоением занимались. А начиная со второго КД у них уже шмот из этого инста есть. Те же самые пушки, не пушки, блядь, уже проще проходится. Допустим. Ну и валадиры у них хилевают. Я бы написал бы, при чем тут скилл, но тут один человек обидится. Обидно то, что тут с щитами меня два раза не размораживали. Ко мне подпекает ногой оружие, я на ханте, а на меня просто он не может мне по щиты продамажить. И убегает, на нем заканчивается баф. 10 секунд. Четыре, три, два, один. Да, ты что, ты в среднем на 4 раза больше умер, чем все остальные враги. Ну, ничем, Фейб. Фейб в каждой луже умирает. Ну, посмотри общую статистику за все время. Потом. Давайте разберетесь, как понял. Мирзона. А есть поп по мне там? Отлично. Вот снимай. Хорошо. Я вижу 16-й, блин. Невер животное. Ну что? Мы все знали. Кто не так? Отслеживание животных есть? А, блять. Я думаю, ебать, оскорбляют. Донт. Я закинул уже? 23 секунды уже на тебя. Мне не разморозили. Айсбаунд есть? Да. Давай. Настрой тут стоит. Обратно поведу ворота. Дайте ман. У нас тут пол рейда стоит, смотри. Рассоситесь. Куда? Скоро плевок готов. Готов. 16 секунд. Ну, если он в миле сейчас плюнет, то помрет. Блин, Вардада. Блять. Я здесь замерз. Крипово. Падаем, чё уж.
Ну, Канавер разогнался, и тут Настя. Я, блядь, даже. Так, блядь, я еще с лесками с ебучими, блядь, играю. Это пиздец, блядь. Не дают, блядь, не дают. Блядь, ебаный машина мало бы. Чтобы, блядь, супер-пупер цифры давать, блядь, вид псурф, это пиздец пианино, блядь. Да. Приятно. Кстати, до скольки мы будем сидеть, чтобы знать? До завтра. А еще давайте пару траев. Какой-нибудь один хороший трай давайте поймаем. И убьем. Штучки 2-3 сделаем, типа. 2-3 это, короче, полчаса, да? Ну, не больше, точно. О, в глаз как раз полчаса. Только давайте меньше стоять. Больше ебашь. А, давайте, запускаю. Блять, зря только эти плечи ебучие брал, блять. Да четвертый, блять. Ну, тут уже. Да блять, спасибо нахуй. Неутомимо быстренько зайдите. А, неутомимо, заходи, по ней ребав дайте сразу, садись крепку кушать. Трупа бирный еще валяется. Тоху Боб. 10 секунд. 4, 3, 2, 1. Ребят, ну прохил нужен, вообще мне не... Дайте Боб. Не, все. А у нас Оптикс умер. Оптикс вылетел, похоже. На первом бы еще, да, он ранее. Давайте, зашли а в нем. Нашли лучше, зашли в нем. Через всю карту. Кинул копье. Мне же так кажется, что дальше нет смысла тратить. Все устали. Что, давай не, блядь, давайте три минуты перерыв, один трай делаем, собрались я, на него выдали все свое и пошли спать. Можно достать на экран? Ну, а что ты про животное говорил, не понял? Что ты про животное говорил, не понял? Отслеживай. Отслеживай их. Я, знаешь, чтобы не забыть, короче, я гуаноидов не выслеживаю просто на первом боссе. Потому что, блядь, зная себя, лучше на первом не надамажить, чем не надамажить на следующих. Согласен. Ну ты что-то неправильно делаешь, тут, честное слово. Типа, я слишком сильно тебя догоняю по ДПСу. Так ты, Нью-Йорк, когда перефаска, меня аспекты еще там же есть секунд 15-20. Да, я знаю, но даже понимаешь, это следить нужно. Тебе, блядь, за ротацией следить нужно. За какой ротацией? Первого убили босса, блядь, там 15 секунд перебежать. Да, я говорю, тут, блядь, тут кнопок, пиздец, блядь, глаза нахуй разбегаются за всем следить. Типа, тут ты так, блядь, следи за этими всеми хунями. Да там не так много кнопок, у тебя есть ловушка, разрывной. Ну, тебе нужно разрывной давать, типа, черную стрелу там тоже нужно давать в моменты. Не просто так же, блядь, постоянно с трапа не будем наставить. Я никогда ее не нажимаю, черную стрелу. Понял. А зачем тебе, условно, когда сейчас червь закапывается, давать туда трапу, если ты можешь дать черную стрелу, которая будет тикать у него под землей? И
и наносить тебе урон от разрывного, который ты впоследствии закинешь. Потому что у тебя черная стрела не критует, а трапы критуют. У тебя два крита трапы, но дамажит столько, сколько вся весь черная стрела. Понял. Невер, он не может стрелять в эту ДК. Что? Ну, за ДК он не может же, блядь. Я понял. Да я тебя вообще передамажил, как бы, двубро, типа. Я не могу найти котлетки, где они. Кого ты передамаживаешь? Тебя. Половину видели, да? Да, вообще, типа. Так, все время даже меньше ШП дамажил, не надо рассказать. Это кто говорит? Догадайся, Стархаф. Я без понятия. Ну все. Просто если тебе в рекаунте не видно, я не знаю, с кем разговариваю. Сейчас лучше представься. А специально когда-нибудь скинуть тебя. Что? Рекаунт. Рекаунт? Это ты? Привет, как тебе дела? Как тебе мои цифры, рекаунт? Невер, вот хоть дамажить начал. Вот вообще, вагонили тебя. Вообще капец вагонили. А вас не смущает, что меня вообще в рейде не было, камон? Вагонили, блядь. Ну конечно. Гуси. А в десятке тебя кто вагонил, блядь? Вообще. Ой, слушай, в десятке вагонили, там по ДПСу как бы на секундочку, блядь, я в топ-3 врываюсь постоянно. Без 4 кусков, камон. А где Бульбаш, блядь? В Дискорде сидит, в игре нету, блядь. Его забанили. Правильно, Невер. А я в десятке варов на 40% передамаживаю. Ты куда играете? Что? Ты не в рейде? Нет. Ему на сутки дали. Чё ты кричишь, Тонт? Я в десятке варов передамаживаю на 40%. Ну здорово, я говорю, да я типа топ-3 был, когда у меня не было шмота. Где будешь топ-4? Чё, бить будем вас? Один буду, блин, нахуй, разъебу вас. Есть профа, есть? Как у Гудвика на смотрителей, так и на YouTube. Это говорят, я был, а на самом деле так ничего и не было. Бля, холодно что-то стало, блядь. Ладно, давайте, чего нахуй, бля, разогрелись, блядь. Погнали, блядь. Наверное, это пиздежом повеяло просто. Каким пиздежом повеяло, блядь, в чем ты? Блядь, да как скажете, ебаный в рот, блядь, да хотите, блядь, поменяйте меня, ебать, заебали уже, блядь. Вагоню. Чё ты, блядь, ни разу хуйни не видел, блядь. Смотрю, чё-то сейчас он на 14 месте, кто-то там, блядь. Ну так, блядь, естественно, блядь, за сколько там, блядь, дамаж, блядь. У которого не свичиваются никак, блядь. Чё, блядь, трапу ставить и градстрел кастовать, блядь. Ух, блядь, да дамажишь, конечно. Ну я ставлю, я стою антиспам, блядь. Ну, блядь, жестко, блядь. Чё, как ДПС там есть? В эти моменты. Где-то в районе 16-го. В эти дни, бля, есть у тебя ДПС? Чуть больше, чем у них. Все, давай, как бы, плудить перестанешь, Дон, ставь рыбу. Собрались. Не заявно позитив, я еще хуй. Я вообще, да, типа... Согласен. Я ханту все в донате, а мне пофигу. Можно траить. У меня уже шмот есть. Ребят, я предлагаю всем сейчас пойди поработайте полмесяца, задонатьте себе половину шмота отсюда и вперед. Покоряй. Каражан 10 гер. Каражан 10 обычку. Чё, Лангрис, это на РШ мы пересаживаемся. Были бы щелки, убили. Базара мало. Чё, все тут? Лангрис тут? Купоп Лангрис. Да, все донатим себе 4 плюс лоялку. Бля, пора бы набирать, кстати, людей, бля, с плюс 4 лоялкой. А что спробую спрашивать, что вы закрываете? Нихуя. Какая разница? Лоялка нужна. Чтобы закрыть. Спидран Наксрамаса, бы. Спидран Наксрамаса нормальная тема, я поучаствовал бы. Бля, у меня 6 припотов осталось, бля, по-моему, уже бы полтинник их выпить. Так все равно последний край. Да. Сейчас хрипаты. А, вот в бомж.
29 попыток, охуеть, блядь, нахуй. 21 попытку въебан здесь. Какая же пизда, блядь. Либо мы супер слабые, блядь, либо это ты супер ебанутый. Кубоб, люблю тебя, целую в ушко. Мы же это делаем не так. Запускаем. Не то, что слабые, мы что не так. А что хуй знает? Да, блядь, по-любому на орде админы помогают, блядь. Альянс сложнее, блядь. У нас же, блядь, хардмод режим. Конечно, там 25 коров, блядь. Ну, слово, честно говоря, блядь, на орде у нас, раз, да, у нас дворфы в пати в каждом. Не-не, просто там этот... Реально на орде, блядь, все расы ебашат. Ну, типа, полезные бонусы дают. Например, блядь. Ну, блядь, коровы, блядь. Секунд, 10 секунд, стоп, блядь, 10 секунд. Давайте сейчас спокойненько. Один раз хотя бы. Какой там аспект включен? Какой аспект? Нету? Хорошо. Блять, Дон. Мне головокружение поздно. Что ты на меня доебался, блять? Вот, подойди прямо в упор к боссу, да. Хорошо. Я же, блядь, ты трапы промахнулся. Блядь, бывает. Ты ебал я в рот эту хуйню, блядь. Крик на хп обновить. Начинается град стрел. Даже ящеры. Адрес скажи, блядь. Черепочек сыграли. Набить черепочек. Выслеживание животных. Да блять, есть, отъебись. Два. Один. Мне на не с него ротация начинается. С баунта дал. Не надо? Вот твой айсбаунд. Да, давай. А был плевок в меня, кстати, может не надо? Не, давай. Да, не знаю. Ну, Ватя замер, пиздец, красиво. Вот сейчас. Наверное, стоим, отдыхаем. Я как будто вазу несу. В опетом поиграю. Лужа. 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 Пиздец. Ну, он-то поднимите по хп. Милик, идите, бейте уже стоячую. Добивайте босса, пробу. Свичный, там уже все. Разбейте, ДПС надо. А, идеально флеш, его... Вой, давай я заберу.
Вы поднимать будете людей, ДПС надо нам. Поднимать. Идеальный флеш, ава, крима, роксрайта. Снип на ману зачитаю. И на палтик, смотри, да. Маны нету, 3 хилов. Лужа. Вывези, вывези. Сейф, выложи. Там задувка была, сори. Ближе закнитесь. Ползет к выходу. Блять. Видите босса тоже. В левую сторону перейдите. Войд, забери. Я умер. Я 2 тонн, да. 600 тонн не добили. Ох, блять, еще падать можно. В червя врезался. Понимаю. В червя врезался? Да. Да. Блять. Пирус. Бля, я успею ХС нажать? Я успею ХС нажать, чтобы выжить? Ой, блядь. Ну, два, типа, хочешь таким себя считать, типа, я себя конченым не считаю. Там людей было много. Я видел, там 3 человека пробежало, и он одного из них врезался. Да нет. А, не, ну да, вовсе не врезается. Ну ладно, ладно, ну это так выглядело на самом деле. Я просто прям возле этого стоял место, я смотрю, блядь. Добивайте, добивайте, заебись, трай, смотри, он врезался, НПС. Ой, чё, давайте-то эрчек на еще один трай, да, нет? Да, конечно, да, еще 10 да, минут, ну, ой. Еще немножко говна въебем. Боб Тенка, Дуат, Куку. Всё, мы вас запомнили, ГП. Нет, нажал. ГП кто-то. Я готов в Каражан теперь пойти расслабиться. Пойдемте в Каражан расслабиться. На 7 часов? Нет, на 7 часов не готов расслабляться. На гнево, пошли мы огнем. Че, на фаск 10 минут можно один трай сделать. Вы еще трай? Да-да, нет-нет. Только сразу. А че, так давайте. Ну, какой-то жесть. Вы уже один трай делали, минут 40. Еще раз сделали. Нет, так такого не было разговора, это только Бьерн так глушит. Не знаю, сейчас мне трай больше нравится, чем до этого было. Просто Бьерн какую-то... не танчит, блять, и все хорошо. Не, Бьерн просто какую-то хуйню иногда придумывал, типа, не понятно, зачем людей мы не бейрили на первой фазе, было нормально. Сейчас, типа, зачем-то мы их бейрим, каждый раз бейры тратим на этой фазе, зачем? Вот эти мувы с движениями, типа, тоже как-то не очень. Так. Да. Ну сейчас чисто потому, что двое заморожены. Так бы удалили. Да, да, 600 тысяч вообще легко. Еще объем, пойдем отдыхать. Угу. На джиракс если отдохнем. На джиракс если отдохнем. Да не, свести, как бы, ну, это... По идее можно, но это сейчас важно. Рыба была, вы что, ребят, алло. Да, рыбка там стоит, у входа. Сейчас хрипот дам, подожди, сейчас. Свести-то можно, просто надо с под морды выйти между плевками. Да нет, там такие тайминги, что она еще идет медленно. Там 10 секунд между задувками. Там сведешь босса на 2 секунды всего. 4, 3, 2, 1. Дрейч подпусом. Оптик сгорел. А, идеальный по... Нет, а, на гараже по оптиксу БР. Оптик станешь после того, как топнет.
Че, может, просто рейсинг? Вокрима тоже горит. А, Вокрима сгорела. Не, хорошо, давайте все это. До следующих попыток. На этой неделе будем на этом когда тратить? Ну, со следующей вроде как я понял, что да, типа будет. Завтра у нас опять люди не соберутся. Нет, мы следующий... Да, сегодня. Завтра ачивки делаем в Ульдуаре. Следующей неделе ставим четверг, пятница, воскресенье. Надо... Да, надо закрывать это все. Отлично. Я люблю Ульда. Дон, завтра Ульда, да? Да, завтра Ульда, да, дракона. Завтра Ульда, прото дракона делаем, жарим этих дворфов, убиваем кошатницу. Ой, бля, куда я полетел, блядь, в Долоран лечу духом. Давай. Нужно побыстрее отсюда съебаться. Ёбнулся, блядь, же. Слушай, ну, Дон, ты вагон. Кто на бага пойдет? Ой, нет. Потом, ну, попозже. Нужно пойти этот делами позаниматься домашними. Идите со своей бухты торговцев в свою бухту торговцев. Опять сюда поедешь, тебя сразу накинут.